Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай ве ишмареха. Яхер Адонай панав элейха вихунекха. Исах Адонай панав элейха ве яселеха шалом. Бешем Иешуа ха-Мошиах во имя Иисуса Христа. Аминь. Амен. Истина. Так. Братья и сестры, дорогие друзья, благословляю всех вас, возлюбленные, дети Бога Живого. Благословляю вас и поздравляю с этим праздником, да, Днем Господним, со Святой Субботой. Благословляю вас в этом дне. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами пребывает, да, вечно, постоянно. Христос в нас, Христос посреди нас, Иисус Христос, Он есть Царь Израиля, Он есть свет, просвещающий все народы, и Он есть слава народа своего Израиля. Молюсь, особенно в субботний день, но и все дни также молюсь об Израиле, молюсь за Иерусалим, о мире и Иерусалиму, молюсь и за Израиль. Уже 70, почти 74 года возрождающийся Божьей силою, Божьей благодатью. И я верую, что однажды Израиль окончательно возродится в дни Машиаха, когда вернется наш возлюбленный, прекрасный наш Господь Иисус Христос, Иешуа ха-Мошиах, аллилуйя. И Он грядет, Царь Израиля, Царь всего мира, наш Царь возлюбленный. Гряди, Господи Иисусе, Новый Завет, книги Нового Завета заканчиваются Апокалипсисом, Откровением. И в книге Откровений, в завершении, это прекрасное слово, этот прекрасный призыв. Гряди, возвращайся, приходи, Господь Иисус Христос. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру, на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Царь мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало. Голубица чистая, вот он идет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Иешуа ха-Мошиах, Иисус Христос. Йехошуа ха-Мошиах, Иисус Христос, Господь мой спас. Приходи ко мне, Господь мой, мой возлюбленный,
Ждет тебя твоя невеста, церковь ждет, Израиль ждет, весь мир тебя ждет, все творение. Тебя ждем мы, гряди, Иисус Христос, Господь мой спас. Йехошуа ха-Мошиах, Иисус Христос, Иса аль-Масих. Приходи ко мне, Господь мой, мой возлюбленный. Гряди, Господи Иисусе, и каждый день мы ждем Тебя, особенно в субботу, в день Твой святой, Господин субботы. Мы, это ожидание в нас, оно настолько обострено, настолько сладостное. Господь, гряди, ждем Тебя, наш возлюбленный, прекрасный. И апостол Павел писал, Шауль писал в послании Коринф, в первом своем письме, в 3 главе, в 11 стихе, что «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». А дальше он пишет, что мы строим на этом основании очень по-разному, но основание одно – Иисус Христос. Дай Боже всем нам, верным, святым Его детям, строить действительно как верные и святые Его. Да, чада возлюбленные, подражать Богу, как чада возлюбленные. И строить из драгоценных камней, на этом драгоценном камне, камни, которые некогда отвергли строители, но который стал главою угла, это от Господа и дивно в очах наших. И сегодня мы исповедуем ту же веру Христову, апостольскую, христианскую веру, что и 2000 лет назад наши предшественники, наши старшие братья, провозгласившие, в деяниях записано это исповедание веры, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, всему истрадавшемуся человечеству дарованного, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Слава Искупителю рода человеческого! Во веки слава! И пред именем Иисуса Христа всякое колено преклонится небесных, земных и преисподних. Он есть слава Израиля, Он есть Царь Израиля, и Он есть слава Израиля. Он есть свет, просвещающий все народы земли, и Он есть слава народа своего Израиля. Гряди, Господи Иисусе! Над землей всей один Господь, Иисус Христос. В моей жизни один Господь, Иисус Христос. Иешуа ха-Мошиах. Над землей всей, всей землей, всеми народами, всеми племенами, всем истрадавшимся человечеством, один Господь над нами, Иисус Христос. В моей жизни один Господь, Иисус Христос. Бог лишь один во всей вселенной, Иисус Господь для всех. В Его имени для нас спасение. Иисус Господь для всех. Иисус Христос Господь. Спаситель мой, аллилуйя. В моей жизни один Господь, ибо един Бог, Павел пишет, апостол, в послании к Тимофею, в первом своем письме к Тимофею пишет во второй главе, что един Бог и един посредник
между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Благодарю тебя, мой Бог. Будьте благословенны, братья и сестры, дорогие друзья, дети Божьи. Будьте счастливы, радостны, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.